light of Christmas shining through our eyes, our smiles. You know it could shine on through all the good that we do for the people that don't have it so good. Light of Christmas shining. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас рассказы у костра в зимнюю ночь, скажем так. Сегодня в одной из групп ВКонтакте кто-то очень зоркий, в отличие от меня, потому что я насквозь видео Star Stable Online не просматриваю. А вот некоторые люди сидят и буквально сканируют такие видео. И они нашли новую лошадь на заднем фоне за ведущими, кто, значит, выпуски ведет. В траве стоит конь. Магический швед. Да, вы не поверите, но это магический швед. Я сейчас вставлю картинку, именно ту картинку, которую мне прислали ВКонтакте. Вот. И я решила, что что-то не так. Ну, точнее, нет, что, типа, ага, у нас новая лошадь. Вы хотите от меня спойлеров? Да, и кто-то прошелся насквозь камеру. Значит, я должна буду узнать подробнее про эту лошадь. В общем, я зашла на оригинальное видео канала Star Stable, прокрутила до нужного момента и решила заснять этот момент, где есть этот магический швед. И сейчас я вставлю вам тот маленький небольшой кусочек, где четко видно, что он там есть. Посмотрели, убедились. Я же не обманываю. Я и сама была в приятном шоке. Тем более, что я хочу эту лошадь. Я нашла видео, в котором показана моделька этой лошади. Опять же, кто-то залез в файлы Star Stable и очень хорошо в них покопался. И прямо сейчас перед вами я вам предоставлю скриншоты этого коня. Причем даже скриншоты уже в магическом облике. Но заметьте, что когда вы смотрели отрывок, в котором виден уже, в принципе, готовый вид этого коня, у него грива ледяная. А то, что вы видите сейчас, это, ну, из-за того, что это игра с файлами, грива у него черной не будет во время магического облика. Она будет ледяной, как вот на видео. В общем, это даже, я не знаю, это спойлер, не спойлер. Ну, наверное, это все-таки спойлер, потому что не все это увидят, не все это знают, а я вам об этом рассказываю. Ну, а так как, в принципе, чаще всего магических лошадей добавляют по 3 штуки, мы можем думать, что будет еще 2 магических шведа, или же это один из тех коней, кстати, я думаю именно об этом варианте, что это один из тех коней, которому Зи приведет к Идрису, и он поколдует над ней, вот как с пони. Только вместо пони у нас вышла Зони, а тут вместо северного шведской лошади у нас будет северно-ледовая лошадь, как-то так, я не знаю. По мне так, конечно, очень симпатичный, и мне нравится, что грива в виде рога, и первое впечатление было, что это настоящий ледяной единорог, но нет, у него просто челка стоит вот так вот, как будто рогом, и мне это очень нравится. Так что будем ждать, наверное, ближайших обновлений, где у нас, мы уже знаем, не только будут клаудсдейские кони, но мы теперь еще знаем, что нас ожидает, по крайней мере, один магический ледяной швед. Спасибо, что были со мной. С вами была я, Даналия, и приятный вечер у костра. Всем пока!